Ума палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума палата». И я ее ведущий Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. В сегодняшней передаче участвуют Юлия Павловна Санникова, кандидат психологических наук, доцент Вятского государственного медицинского университета, руководитель региональной ассоциации православных психологов, и Антон Сергеевич Якимов, директор торгово-сервисных центров «Вианор». Тема, которую я хочу сегодня обсудить, весьма актуальна, особенно для молодых людей. Гражданский брак в деталях. Под гражданским браком сегодня принято считать совместную жизнь мужчины и женщины, сведение совместного хозяйства, но без юридического оформления их отношений. Кстати сказать, с точки зрения терминологии, использовать словосочетание «гражданский брак» в отношении сожительства неверно, так как на самом деле изначально гражданский брак возник как альтернативно церковному браку. Произошло это в Нидерландах, где часто сталкивались люди, принадлежащие разным конфессиям. Однако церковь не допускала бракосочетания людей разных религиозных вероисповеданий. Тогда-то на выручку таким бракам и пришло государство, которое стало оформлять гражданский брак без учета вероисповедания. Таким образом, гражданский брак означал брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти. Однако сегодня в России общепринято стало называть гражданским браком совместное проживание без какой бы то ни было регистрации отношений двух людей. Гражданский брак привлекает пары, решившиеся на совместную жизнь, своей простотой, удобством, комфортом. Но такие отношения имеют свои многочисленные нюансы. И в деталях, как говорится, кроется дьявол. Впрочем, может быть, не только дьявол, но и правда. Попробуем сегодня найти эту правду, обсудив в деталях, с чем люди сталкиваются, когда вступает гражданский брак. Вопреки традиции, первому сегодня предоставлю слово мужчине. Антон Сергеевич, выразите свое отношение к гражданскому браку. Есть ли у вас опыт совместного проживания в том или ином виде брака? Какие плюсы и какие минусы вы видите в каждом каждой из форм такого брака? Да, всем здравствуйте. А мое отношение к гражданскому браку вполне положительное. Так же, как и к официальному юридическому, но и к гражданскому я отношусь положительно. Потому что в гражданском браке люди могут друг к другу притереться, люди могут понять, как они в быту друг к другу относятся, могут ли они вообще существовать вместе и строить семью. Потому что, как зачастую в современных реалиях, молодежь часто выскакивает замуж, дабы провести пышную свадьбу, а потом разводится через 3-4-5 месяцев, в лучшем случае через год, не притеревшись и не понять, как это вместе жить и проживать. Я точно так же находился и в законном браке, в юридическом, и в гражданском браке я проживал. Не вижу я минусов относительно гражданского брака. По большей степени для меня... Опять же, как мужчине. Как для мужчины, это все-таки большая часть положительная сторона, потому что меньше... Нам так спокойнее. Мужчинам спокойнее в гражданском браке с точки зрения финансовых, экономических и психологических и моральных принципов, потому что проще работать, меньше ответственности, так скажем, как таковой. Как женщина считает, что мы не хотим на себя брать ответственность, но на самом деле дело не в ответственности, а в комфорте. И как показывает жизнь, практика, что когда мы в гражданском браке, мы более терпимо, более трепетно относимся друг к другу, чем же в законном браке, когда супруги начинают как-то расслабляться, супруги уже начинают не так ухаживать, не так за друг другом следить, потому что ну, у мужчин по большей степени ничего в жизни не меняется. То есть от того, что у него появился штамп в паспорте, у него не возникает мысль, ага, эта женщина сейчас стала моей законной супругой, надо бы ее сводить на Мальдивы, надо бы ей купить шубу. Нет, у нас, в принципе, от штампа в паспорте вообще ничего не меняется. Это про Мальдивы, это что, к чему? Это... Но, нет, нет, я говорю, на Мальдивы свозить. А, на, то, Мальдивы. На Мальдивы свозить. Нет, потому что штамп появился, для мужчины, в принципе, по большей степени ничего не меняется. Меняется только больше ответственности, груз, то, что сейчас ты супруг, сейчас ты должен, сейчас ты обязан. И в гражданском браке, когда
как-то ты более активен, более в сфере бизнеса, то есть ты в какие-то аферы вмешиваешься, в какие-то рисковые дела устраиваешь, чтобы, ну, не подвергать опасности свою семью, так скажем, насколько я вот разговаривал, свою точку зрения отстаивал с другими друзьями-мужчинами, так скажем, да, то есть они спокойно понимают, что какие-то риски в бизнесе они могут принять, зная, что от этого не пострадает их семья, не пострадает их гражданская жена, и они более успешно двигаются по финансовой карьерной лестнице. Подождите, ну а в законном браке плюсы-то вы какие-то видите? В законном браке плюсы, ну, в законном браке плюсы только, наверное, для женщин они, опять же, есть, то, что она юридически защищена, хотя на сегодняшний день это вообще не имеет никакого значения, на сегодняшний день именно женщина предполагает, что нужно вступать в законный брак, чтобы не остаться ни с чем при разводе, но это вообще не то. Давайте мы за женщину не будем говорить, да, я просто говорю, для мужчины, вы видите плюсы какие-то? Для мужчин вообще, в принципе, никаких не вижу оснований для и плюсов для законного брака, кроме как спокойствия и стабильности. Давайте тогда мы передадим слово нашему второму гостю, Юлии Павловне. Юлия Павловна, каково ваше мнение? Ну, я здесь скажу, что я, наоборот, не вижу плюсов вообще в таком незарегистрированном сожительстве, я бы так это назвала, да, вот, и я скорее вижу, ну, больше плюсов здесь как раз в официально зарегистрированном браке, и, ну, вот очень часто в качестве аргумента действительно звучит, да, то есть это, с одной стороны, вроде бы это просто штамп в паспорте, да, это некая внешняя такая реальность, но за ней очень такая большая внутренняя сторона, то есть тогда получается, что, ну, вот если брать такой образ дома, да, у меня есть черный выход, у меня есть запасной выход, и я, ну, в любой момент могу оттуда выйти. То есть получается, что когда человек покидает, да, например, свой дом через задний выход, наверное, это, ну, какие-то непростые ситуации, ситуации опасности, и тогда получается, что вместо того, чтобы, может быть, там бороться, сражаться за свою семью, за свои отношения, я так, ну, так... дезертир с поля боя, что ли, в самый трудный момент. Хотя, да, есть такая фраза прекрасная, да, что самый темный час перед рассветом, действительно, те пары, которые смогли, семьи сохранили себя, да, то есть они переходят действительно на какой-то новый уровень отношений. Ну вот еще здесь звучал аргумент, что действительно вроде бы, да, присмотреться, приглядеться друг с другом. Есть такая чудесная фраза, не помню, кому она принадлежит, да, что держите глаза широко открытыми до брака и полузакрытыми после. То есть это же ваш выбор. И в этом плане, ну, никто не мешает внимательно приглядеться и присмотреться к тому человеку, который есть, да, не случайно там, да, есть такой, скажем, подготовительный период к браку. И вот, наверное, вот то, что сейчас звучит, это одна из проблем современного человека, то есть мы настолько простраиваем вот, ну, внешний некий фасад такой, да, то есть показываем вот некую, да, не быть, а иметь, и я даже читала статистику интересную, где вообще люди знакомятся перед вступлением в брак, достаточно часто это публичные места, и мы, соответственно, ну, не видим, какой человек на самом деле, и если я там хожу с ним в кафе, в кино, я не вижу, как он там, не знаю, копает картошку, как он простраивает отношения с своими там, не знаю, братьями, сестрами, вот, то есть, как сказать, да, если ты хочешь, как у нас там Высоцкий-то говорил, да, там, хочешь понять человека, да, парня в горы бери, тяни, да, не бросай одного его, вот, и в этом плане... вот гражданский, да, брак вот, как раз и помогает, но, наверное, мне, понять, с кем, кстати, вы вот, хотите связать свою жизнь. Ну, я просто к тому, что проверка может быть заранее, уже в других каких-то жизненных ситуациях. И даже вот на самом деле интересно, что когда семьи, ну, проживают, скажем, да, совместно так, в так называемом гражданском браке и принимают решение о, вот, о официальной регистрации, некий даже подъем происходит этих отношений на новую ступеньку, то есть они открывают для себя какую-то, ну, новую дверь, новые возможности. Вот, ну, по крайней мере, мне так кажется. А пока я буду иметь в виду, что я могу перепрыгнуть в какую-то другую лодку, да, которая будет рядом проходить. Это очень напоминает вот наше современное общество потребителя, да, одноразовые отношения какие-то, да, вот, вот как одноразовая посуда. То есть до брака никаких вот отношений? Нет, я не про это говорю, я говорю про то, что в любом случае человек уже даже находясь в своей семье, он накапливает опыт построения семейных отношений, да, есть модели, которые демонстрирует семья, общество, и, соответственно, человек тоже. Но вы себе представляете современных молодых людей, которые бы вступили в брак,
брак, не имея до этого каких-то серьезных отношений между собой. То есть, мне кажется, сегодня никто так не рискует. Ну да, я хочу здесь сказать, да, может быть, это тоже какая-то большая такая проблема, потому что каждый раз, вот не случайно ведь люди вспоминают свою первую любовь как самую чистую и светлую. У меня много примеров, когда люди, например, со школьной скамьи знакомы, да, они вступили в брак и вообще сохранили вот эту прям чистоту, прошли сквозь бури, да, и ненасти. И я вижу, немало случаев, даже там в своей консультативной практике, когда люди приходят после вот этих разрывов, расставаний, знаете, такое израненное сердце, все в шрамах и в рубцах, которое уже потом просто, им очень трудно любить. Вообще быть живым и с каждым разом сложнее и сложнее. Ваша точка зрения понятна. Давайте немножко разобьем одну из граней вот того, о чем говорилось, а именно вот удержание своей второй половинки в семье, да, и вы, и Антон Сергеевич, и Юлия Павловна, в общем-то, сходитесь в основном на том, что инициатором вот ухода часто бывает мужчина. И женщины, в общем-то, часто стараются каким-то образом удержать своего мужчину вот в семье. Причем как стараются? Чаще всего родить ребенка второго, а то и третьего, или даже четвертого, чтобы уж мужчина наверняка не ушел. Но у меня есть друзья, которые выходили, и трое детей, и все равно уходили из семьи. То есть, не знаю, как вам кажется, можно мужчину удержать в семье детьми? Или это делается каким-то другим образом? Давайте, Юлия Павловна, вы продолжайте об этом. Давайте, хорошо. Я считаю, что в любом случае дети – это не средство манипуляции, да, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что, в принципе, мне кажется, смысл брака вообще в любви, да, но при этом не надо там путать любовь и влюбленность. То есть влюбленность – это семена, а любовь – это уже при соответствующем уходе, да, появились некие всходы, плоды, И поэтому, если говорить о детях, я знаю, еще иногда бывают и другие ситуации, когда там мужчина посредством там деторождения удерживают женщину, да, то есть разные моменты, но в любом случае, я как бы против манипуляции. То есть вы хотите сказать, что женщина не хочет рожать, а мужчина ее заставляет, это что-то новенькое для меня. Разные ситуации бывают, да, я, по крайней мере, таких я тоже слышала. Понимаете, женщина, если не захочет рожать, она не будет рожать. Может остановить это вопрос на любой стадии. Я единственное, что скажу, что, может быть, женщина в этой ситуации более беззащитна, да, потому что даже вот если, смотрите, взять, да, как у нас замужество, да, то есть она замужем, да, то есть не за денежество. Слово-то старое, поэтому к современности-то она не совсем относится. Я просто, наверное, еще такой момент хочу сказать, что иногда женщина своими руками просто этот брак разрушает, неосознанно, да, очень, даже с точки зрения там исследований. То есть, когда женщина занимает несвойственное место, да, там, главы семьи, то она теряет женственность, мужчина теряет мужественность. И мне приходилось консультировать такие семьи, где мужчина чувствует себя ненужным, незначимым, да, и который переориентируется иногда во внешний мир, и она, в общем, несчастные люди, дети. Понятно. С вашей точки зрения, вообще существуют какие-то объективные причины, по которым мужчина, может уйти из семьи, то есть его уход оправдан? Здесь, знаете, очень при трудно этом, сказать. Давайте усугубим ситуацию. Допустим, в семье двое детей, и все равно уход мужчины оправдан. Или такого быть не может? Мне очень нравится такое понятие, да, как крест, да, есть там понятие, да, супружеский крест, родительский крест, да, то есть это установка, но для меня, я считаю, да, там брак вообще это путешествие, да, длиной во всю жизнь, да, это максимально, да, из того, что возможно, хотя никто не застрахован, да, от разводов. Я, знаете, так скажу, что есть основания, то есть, например, измена – это показатель того, что, в принципе, брак распался, внутреннее единство исчезло, да, но с другой стороны, это, не повод иногда, да, то есть, потому что разные жизненные ситуации возможны, да, и, возможно, после этого какая-то измена, другая грань. Мужчина и женщина по-разному воспринимают. Мужчина обычно говорит, физически мне есть необходимость, сознательно, психологически я с тобой, никогда тебе не изменял. Там, знаете, есть такое, понятие, что...
Бывает так, ну вот, да, есть такая фраза, да, любовь прошла, завяли помидоры, да, здесь ответственность, наверное, двоих, да, сохранить там и свою привлекательность друг для друга и сохранить, как-то и приумножать, работать над отношениями. Ну, не знаю, вот я, наверное, так отвечу. Да, давайте дадим уже слово Антону Сергеевичу, а то он нас немножко заскучал. Нет, я не заскучал, я внимательно слушаю. Ну, этот же вопрос, вот как вы считаете, можно ли, во-первых, сохранить семью с помощью вот рождения детей? Вот Юлия Павловна говорит, что не обязательно, значит, таким образом женщина сохраняет, но и мужчина, оказывается, может заставлять женщину рожать, чтобы она от него не уходила. И существуют ли, на ваш взгляд, объективные уважительные причины, которые оправдывают уход мужчины из семьи, в которой уже есть дети? Да, я хотел бы сейчас еще на шаг назад вернуться, что смысл брака, как сказал мой оппонент, не только в любви, но еще и в обязательном взаимоуважении друг к другу. Потому что любить ты человека можешь любить, но, как правило, вы привели пример, но может изменять с другими. А если к человеку взаимоуважение есть, изменять не будет супруг, ни партнер, ни супруг, в каком бы вы браке ни были. Обязательно должно быть взаимоуважение друг к другу, несмотря ни на что. Если вы относитесь друг к другу как царь к царице, вы так и будете относиться как царь к царице и будете уважать друг друга. По поводу брака сдерживать, удержать в семье, это, по-моему, это самая абсурдная вещь, удерживать супруга в семье с помощью детей, потому что дети должны видеть родительскую любовь. Что в первую очередь мама, она должна быть счастлива. Дети смотрят первые свои годы жизни, там до 7-10 лет, дети ориентируются на маму, счастлива она или нет. Если она с этим человеком счастлива, дети растут в счастье и любви. Если она удерживает мужчину, и при этом они живут как соседи, как кошка с собакой, ну, в этом вообще никакого смысла и резона нет. То есть это не на пользу детям пойдет, ни с психологической точки зрения, ни с физической. А, возможно, другой мужчина будет показывать большую любовь к этой женщине, к их маме, и они будут эту любовь видеть, и они будут этого мужчину воспринимать как отца, потому что у нас много примеров в истории, когда, да, есть законный брак, они живут вместе, 4 года они живут вместе, у них есть дети, потом они по каким-то необъективным причинам разводятся, просто-напросто женщина находит другого мужчину, и они живут в гражданском браке, там 15-20 лет они живут в гражданском браке, и дети от первого брака воспринимают этого мужчину как законного отца, как, потому что он воспитывает их в любви, и они к нему лучше относятся. А как вот быть с тем, что говорят, любовь – это вот, ну, это проявление гормонов там первые 3 года, а дальше… Химическая реакция, химическая реакция в нашем организме, согласен. Но любовь же – это не просто химия, но это еще и отношения, это мимика, это жесты, это повадки. То есть мы читаем людей, а дети в первые свои 5 лет только и читают людей так или иначе по мимике, как папа на маму реагирует, как мама на папу реагирует, на этого мужчину реагирует. То есть любовь – это не только химия, это все, что окружает, какие слова говорятся, какая интонация голоса, какие эмоции при этом выражаются, какие мышцы лица при этом работают. Это не только химия, нельзя сказать, что и это все же химия. Существуют объективные уважительные причины, оправдывающие уход? Объективно, причина, мне, на мой взгляд, опять же, это может быть только если мужчина понимает, что он смертельно болен или недееспособен он будет через какой-то период жизни. И чтобы не тянуть себя как якорь, всю семью не тянуть как якорь, мне кажется, это вот единственная объективная причина, когда мужчина может уходить из семьи. Тогда если любовь, если женщина позволит в этой ситуации, когда муж больной, оставить ее? То есть, вообще-то, это, о какой любви там? Нет, если я... как же там клятвы, что там до гроба мы соединились между собой? Здравый смысл и рациональность всегда должна присутствовать все-таки в мужчинах в первую очередь. То есть, мужчины смыслят все-таки рационально и здраво, а не какими-то там мифическими моментами обещаниями. Но если человек... Ну, а как он один? Он справляться-то как будет? Это не важно, это лучше, чем... Мужчина всегда найдет выход... Если он мужчина, он всегда найдет выход, как решить ту или иную проблему, ту или иную ситуацию. Это лучше, чем он будет тянуть свою семью на дно, просто-напросто и быть якорем для своей жены, для своей семьи. Объективно. И второй объективный момент, это если вы реально разговариваете друг с другом, и вы находите точку соприкосновения, что ну, нет у вас любви, как сказал мой оппонент, что завяли помидоры, нет у вас любви, нет у вас эмоций, и вы объективно принимаете оба решения, что вам лучше разойтись, чем вот жить как соседи, без любви, без эмоций, без положительных эмоций. Здраво принимаете, что все, мы с тобой изжили,
свое, уже ничего не вернуть, сколько попыток мы друг другу не давали, тогда, да, объективно, наверное, стоит расходиться, чем... Ну, а если женщина не согласна? Женщины, да, эмоциональные существа, так скажем, но надо объективно приводить и объективно здраво взвешивать все ситуации, переспать с мыслью. Ну, хорошо. Точки зрения совершенно, мне кажется, ясны. Знаете, вот буквально накануне передачи прочитал очень интересную информацию, которая, возможно, позволяет пояснить, почему мужчины, во всяком случае, боятся вступать в брак. Женщины обычно склонны винить во всех семейных проблемах мужчин. Но вот информация, она опубликована даже на нескольких интернет-порталах. Сначала я ее нашел News.ru. Так вот, согласно исследованиям, там говорится, что проводились исследования, от 10 до 30% семейных мужчин в России растят не своих детей и не знают об этом. А интернет-портал для женщин Woman.ru вообще утверждает, что отцов, воспитывающих чужих детей и не знающих об этом, больше половины. Звучит как-то уж очень сенсационно. Но все исследователи, вот я, так сказать, посмотрел в интернете, в основном соглашаются с цифрой в 20%. Это, однако, каждый пятый ребенок. Доля таких семей с детьми кукушатами варьирует в зависимости от региона. В больших городах их больше, на селе меньше. Иногда мужчины узнают о том, что растят чужого ребенка, и это становится для них настоящей трагедией. Вот скажите, как вам кажется, почему женщины так поступают? Причем не единицы, а судя по статистике, это же миллионы. И что вправе предпринять мужчины, открывшие такую страшную правду? Кто решится ответить на такое? Женщины пусть сначала ответят, почему они поступают так. Да, но знаете, вот такой момент, интересная статистика, да. Вот поскольку я представитель науки, у меня всегда вообще любопытно, кто проводил это исследование, кто вошел в эти 20%, да, то есть, может быть, это, там, не знаю, да, этот факт известен. И, кстати, еще тоже, да, делая чуть-чуть отступление назад, вот о том, что после того, как пожили в гражданском браке, это там повышает адаптацию, где цифры? То есть я уже очень много лет веду дисциплину научную психологии семьи, мне такие исследования не попадались о том, что гражданский брак создает. В общем-то, News.ru — это не желтая пресса, там Woman.ru не знаю. И если бы это только на одном портале, а на разных порталах утверждается, что это исследование, возможно, какие-то анонимные опросы. Ну, Юлия Павловна, чтобы вам быть, вот вы мне доверяете или нет, я вам скажу, я лично знаю две таких семьи. Я, конечно, никогда не открою этот секрет, но я их знаю. Такие семьи есть. Как минимум трое детей. Ну, я просто хочу сказать, что да, все-таки с одной стороны, да, мы живем в мире фейков, и я не исключаю того, что это тоже, да, там специально, да, созданный факт. Вот, и мы понимаем, что, да, во времена там упада, да, каких-то морально-нравственных категорий, такие ситуации становятся возможным. Но я хочу сказать, что то, что объединяет и цементирует семью, это действительно верность, да, вот. И поэтому вот эти моменты, ну, наверное, как бы грустно, да, чем здесь это объяснить, я здесь, честно говоря, Но вы согласны с тем, что это может являться опасением мужчин как-то вот, серьезное отношение наложить женщинам, потому что они просто не доверяют женщинам? Антон Сергеевич. Сложный очень вопрос. Очень сложный вопрос. Не доверяют женщинам. Да, как бы для мужчины, наверное, это самое страшное, когда узнать, что ты воспитываешь не своего ребенка. Но, опять же, на какой стадии? Если ты узнаешь об этом, когда уже прошло лет 15-20, и ты душу вложил в это чадо, а ты его воспитал как своего, и, в принципе, для мужчины на этой стадии уже, в принципе, становится это неважно. Да, он будет к этой женщине уже относиться менее уважительно, меньше будет любви, скорее всего, потому что зерно будет посажено. Если уже он узнает об этом на ранних стадиях, то есть там год-два, когда младенцу исполняется, скорее всего, это произойдет, к разрыву приведет. Поэтому, опять же, возвращаемся к тому, что должно быть взаимоуважение. То есть это все от недостатка взаимоуважения между собой. То есть женщина допустила измену, мужчина повел себя так, что женщина пошла на измену.
Если мы обратимся к природе, то женщина нашла более опытного, более неопытного, а более значимого самца, который, что она решила, он обеспечит продолжение ее потомства. Вот на порталах так и описывается, что женщины живут с одними людьми, с кем им удобно, да, но предпочитают иметь потомство от более сильного мужчины. Все правильно, мужчины. Все от природы. Примерно так. Юра Павловна, есть что добавить? Да, есть что добавить. Но очень быстро. Да, я просто хочу сказать, что да, любой человек, он не хочет быть средством, да, средством, да, быть использованным другим человеком. И вообще выстраивание любых близких отношений — это риск, да, в котором человек открывается. Вот. И мне кажется, что вот сейчас мы так немножечко говорим о том, да, вот о такой теневой стороне, да, о том, что даже, может быть, разрушает эти отношения. Есть, наверное, и то, что их как-то созидает, вот как-то вдруг другой полюс хотелось бы двинуться. И еще такой последний момент, очень интересно, вот я сейчас слушаю, да, как-то вот акцент действительно много делается там на чувствах, даже там и в гражданском браке, да, человек действительно существо разумное, гомо сапиенс, и мне кажется, вот да, счастье переменчиво там, да, любовь у нее там есть разная динамика, то есть все-таки баланс, да, и того, и другого, и ну вот как раз вот верность — это сплав как раз и, ну, что такое хорошо и что такое плохо, и чувств в том числе. Спасибо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата», и я ее ведущий Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – гражданский брак в деталях. И мы продолжаем беседовать с Юлией Павловной Санниковой, кандидатом психологических наук, доцентом Вятского государственного медицинского университета, руководителем региональной ассоциации православных психологов, а также с Антоном Сергеевичем Якимовым, директором торгово-сервисных центров «Вианор». До перерыва у нас тут была бомба, так сказать, очень непростой вопрос, но мы не будем продолжать его разбирать, а поговорим, наверное, о наиболее частых причинах раздоров, которые бывают в семьях и которые являются причинами разводов. И сегодня очень многое говорилось о любви, о гражданской, так сказать, ответственности, о положении. Так вот, может оказаться, что после замужества по любви, после того, как люди пожили друг с другом, оказаться, что партнеры-то имеют совершенно разные взгляды по многим вопросам семейной жизни. Например, то, как должны распределяться обязанности в семье, кто должен готовить еду, кто должен мыть посуду, кто стирает одежду, кто выносит мусор, кто прибивает полочку и тому подобное. Еще более важным являются финансовые вопросы, как должен строиться общий семейный бюджет, устраивает ли вас та культура обращения с деньгами, которой обладает ваш партнер, и так далее. И ведь это действительно проблема, потому что по статистике в последние годы в России распадается от 60 до 70% заключенных браков. Возможно, если бы у этих пар был достаточно продолжительный период гражданского брака, то они бы и не распались. И надо отметить, что 15-20 лет назад распадалось вообще более 80%, иногда доходило до 90% браков. Допускаю, что именно возникновение в России института гражданского брака снизило этот процент. И хочу обратиться к коллегам с вопросом. Вот если мы сейчас, ну, не знаю, какими-то гуманитарными мерами или законодательными мерами, какими-то религиозными мерами заставим людей отказаться от гражданского брака, какие другие-то меры могут обеспечить снижение количества ссор по бытовым мотивам и, как следствие, снижение количества распадающихся браков, вот, законодательных? Что еще-то, кроме гражданского брака, может быть?
Юрия Павловна, сейчас не знаю, или кто. Нет, давайте. Ну, давайте. Я так, ну, как сказать, сейчас попробую сформулировать, но я, наверное, так от печки немножечко пойду. То есть, вот действительно, наше намерение очень много значит. Да, и вот для меня лично вот вступление в официальный брак — это действительно поступок человека. Это поступок зрелого человека, который готов взять на себя ответственность, потому что действительно, как вот в самом начале говорилось, то есть особенно до рождения детей, да, то есть, например, человек приходит домой, он отдыхает дома, да, он, скажем, например, жена дает что-то мужу, муж что-то дает жене. А когда появляются дети, это двойная работа. То есть на работе работа, дома работа с детьми. Да, и в этом плане они вот как двое там до лошадок впрягаются в единую упряжку и движутся, да, вот к некой тоже, да, цели. Вот, и получается, что когда я понимаю, что действительно это все серьезно, да, я плыву в этой лодке по морю жизни, я понимаю, что там может быть штиль, там может быть буря, да, и у меня должны быть какие-то, ну, силы, да, и намерения вот с этим справиться. И действительно, вот мне кажется, что смысл брака, он очень часто пару вытягивает из этих кризисных ситуаций, потому что если я не вижу смысла, то, ну, вы знаете, наверное, даже сами на себе нет энергии, нет желания что-то преодолевать. Вот это такое вот, ну, если я смыслю об этом. И на самом деле, вот, ну, для меня семья – это ведь настоящая школа, да, школа любви, мудрости, там, терпения, мужества, чего угодно. И если я эти уроки не прохожу, понятно, что, да, вот семья может распасться. А вот в качестве того, что можно действительно вот как сохранить это все, ведь в проблемных ситуациях, ну, не только в проблемных, человек очень часто делает акцент, с одной стороны, на комфорте, ему кажется, что вообще все, что в жизни должно происходить, оно как-то связано с собственным комфортом. Если я выхожу из этой зоны комфорта, вот как-то мне хочется обратно вернуться. Но я думаю, что все мы знаем, что когда мы выходим из зоны комфорта, это точно наша точка роста, да, то есть мы всегда там приобретаем некие новые умения, навыки, компетенции. И еще последний вот момент, вот этот фокус на собственном «я», то есть вот, например, часто приходит, ну, семья, например, в каком-то кризисном таком состоянии, и выглядит это примерно так: я белая и пушистая, это вот только он виноват. И поэтому человек очень часто себя ответственность сбрасывает и помещает ее, ну, в другого человека, и поэтому, как мне кажется, если бы каждый член семьи видел свой вклад и свою ответственность, вот возникающие какие-то сложности, да, например, чего я делаю или чего я не делаю, то это было бы мощным средством оздоровления отношений на любом этапе. Угу. Понятно. Антон Сергеевич, есть что добавить? Добавить, да. С точки зрения терпимости в браке, наверное, соглашусь. То, что когда, если мы в браке, мы ругаемся, то мы разошлись по разным комнатам, но тем не менее мы понимаем, что мы в браке, и мы все равно вернемся. Но если брать сегодняшние реалии, на сегодняшний день современную молодежь, это вообще никого ничего не останавливает. Не останавливает расписаться, потратить 1,5 миллиона кредитных денег на свадьбу, и через 3 месяца развестись, и снова на кредитные деньги, и кредит кто-то тянет. Много примеров у нас в жизни, когда мы, как я уже и говорил, и повторюсь, в гражданском браке как раз-таки наоборот, люди живут дольше и более трепетно относятся друг к другу, потому что вот этот конфетно-букетный период, он продолжается, а женщина ценит, чтобы мужчина не ушел, мужчина ценит женщину, чтобы она не ушла, потому что они не в законном браке, и это останавливает, так скажем, распускаться, расслабляться и допускать какие-то вольности, потому что мы очень много... С обеих сторон, да. Мы очень много примеров знаем, когда после получения штампа в паспорте женщина начинает ходить по дому в бегудях, мужчина начинает ходить в трениках растянутых, и все, просто брак начинает трещать по швам. В гражданском браке все-таки этих моментов гораздо и гораздо меньше. Более трепетно все относимся друг к другу. Поэтому решением, да не является решением законный брак сейчас, а в современных реалиях надо все-таки молодежь смотреть, как относится к браку, к современному. Ну, наверное, мы только один вопрос еще успеем разобрать, и я бы предложил следующее. Вот в начале передачи мы указали, что кроме гражданского брака существует еще и церковный брак. Его знаменует обряд венчания. Для церкви жизнь вне церковного брака, зарегистрирован он официально или нет, это все равно грех, блуд. Однако в случае необходимости расторгнуть церковный брак или развенчаться также будет непросто, как и развестись в обычном браке. Так вот, стоит ли паре накладывать на себя дополнительное бремя?
какой смысл в современном мире решает, или есть ли смысл в церковном браке сегодня? Юлия Павловна. Ну, я хочу сказать, что, наверное, человек православный для себя этот вопрос уже как-то прояснил, да, вообще не случайно, ведь называется это таинство, да, что же за тайна там происходит, но я бы ее так необъяснимой парадоксальной математической формулой бы отразила, да, когда 1 плюс 1 равно 1, да, когда в плоти едину соединяются двое. И вообще, ну, уже таинство брака церковное, это на самом деле благословение, вот, и оно, конечно, не... В каких-то случаях мы видим, что действительно и в этом случае распадается брак, да, потому что искушение есть в любой момент времени. Но вот, да, и даже, кстати, очень интересно, вообще символика этого таинства, она тоже любопытная, да, они, с одной стороны, венчаются на царство, как цари, да, как говорили, да, а с другой стороны, это и некая жертва. Вот, да, это некое мученичество, это некий крест, который они на себя принимают, и в этом плане это такое серьезное и взвешенное отношение, вот, а так, я думаю, символику таинства вообще любопытно, но недавно у нас тоже такой вопрос обсуждался вот с батюшками, священниками, то есть... Если это официально зарегистрированный брак, он не признается как блуд. То есть это вот одна из форм, так что тут поправочки. Антон Сергеевич. Для меня венчание это все-таки это очень ответственный, сильный шаг. А если говорить за себя, я к нему должен буду прийти, конечно же, после вот, когда точно мы решили, что мы ни при каких обстоятельствах не разведемся, все наши характеры, все наши принципы, какие-то наши фи мы отводим на задний план, и мы полностью как единое целое, несмотря ни на что, и как бы мы ни ругались. С церковной точки зрения вы будете жить в грехе. Ну, повенчаться можно и через 30 лет после брака. Но 30 лет вы будете жить в грехе. К сожалению, да, есть такое. Поэтому... Давайте мы будем потихонечку заканчивать. Юлия Павловна, я вас попрошу, если вы можете посоветовать какую-то хорошую книгу, которую стоит прочитать, чтобы определить для себя, в каком типе брака хотят жить вот, будущие, так сказать, супруги. Можете вы что-то посоветовать? Да, ну вот я, знаете, здесь так можно я завершу метафорой назову, да, то есть каждый из нас, вот приходя в браке, да, в отношения, очень напоминает камень с острыми углами. И если человек работает над собой, да, то есть вот эти камушки, острые углы потихонечку стачиваются, да, и в конце концов вот прям, да, замечательно происходит. А если эти острые углы остаются, то они, будучи помещенными в одно пространство, действительно эти углы просто прорывают и возможен распад. Вот что я могу назвать? Мне очень нравится книга, мне кажется, ее можно, она вообще изначально для молодежи предназначена, «Один раз на всю жизнь», Илья Шугаев, очень там красивые образы, метафоры как раз, да, чем отличается любовь от влюбленности, да, на что нужно обращать при выводе супруга, в общем, очень любопытно, ну и в целом про семейный уклад. Мне очень нравятся психологи Бурмистровы, муж и жена, то есть у них вообще, по-моему, 15 детей, и они очень красиво говорят о том, что семья – это проект, а проект, он как бы требует ресурсов, он там предполагает определенное взаимодействие, в общем, очень красивая книга. И еще Рахманинова, там у нее «Ошибки семейной жизни исправить», вот как-то так, и чудесная книга Лоргуса, как-то «Есть ли жизнь после свадьбы», как-то так называется, очень чудесно. Ну, достаточно, наверное, да, у нас все-таки спасибо. Передача подходит к концу, и я еще хотел бы и свое выразить мнение после вот тех обсуждений, которые у нас достаточно сегодня жаркие были. В современном мире гражданский брак, ну, на мой взгляд, все-таки это палочка-выручалочка для молодых людей, неискушенных в проблемах семейной жизни. Он не только возможен, но его даже следовало бы рекомендовать тем, кто впервые вступает в брак. В то же время не стоит с ним затягивать. Оптимальный срок, ну, я думаю, что от года до двух, после чего пара все же должна определиться с перспективой своих отношений, и либо узаконить их, либо как бы разойтись. Что же касается церковного брака, он должен заключаться только в том случае, и здесь я согласен с Антоном Сергеевичем, что если оба брачующихся уверены в своих отношениях и, кроме того, имеют сильное религиозное убеждение. На этом мы заканчиваем нашу очередную передачу. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Да, спасибо. Ума-палата.